Туберкулез. Что это? Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза. Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Туберкулез как заболевание известен еще с глубокой древности. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире туберкулезом заболевает около 9 миллионов человек. Примерно каждую секунду возникает новый случай инфекции. Каждый день в мире от туберкулеза умирают около 5000 человек. Около 2 миллиардов человек носят в себе туберкулезную палочку. Ежегодно туберкулезом заболевают около 120 тысяч жителей России. Каждые 25 минут в России умирает больной туберкулезом. В России уровень заболеваемости и смертности населения по причине туберкулеза превышает аналогичные показатели в странах Европы в 5-8 раз. Один больной с активной формой заболевания заражает 10-15 человек в год. В Европе, где в 18 веке заболевание достигло ужасающих масштабов, его называли чахоткой от слова «чахнуть» и «белой чумой». Как можно заразиться туберкулезом? Основной источник заражения – человек, который болеет туберкулезом легких. Возбудитель туберкулеза передается воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет, чихает, кричит или поет. Это происходит с большей вероятностью при продолжительном контакте с больным. Заразиться можно не только при прямом контакте, но и в замкнутом пространстве. Например, в транспорте, где побывал больной туберкулезом легких. Заразиться туберкулезом не значит заболеть. В Древней Персии людей с симптомами туберкулеза изолировали от здоровых. А в Индии были запрещены браки с больными туберкулезом. Кто может заболеть туберкулезом? Туберкулез поражает людей независимо от их социального статуса. Заболевает активным туберкулезом в среднем один из 10 человек, инфицированных микобактериями туберкулеза. Здоровая иммунная система человека успешно контролирует эту инфекцию. Однако при ослаблении иммунитета развивается заболевание, активная форма туберкулеза. Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены инфекции. Тема чахотки отражена в произведениях Достоевского, Диккенса, Дюма, в полотнах художников Клодта, Максимова, Поленова, в операх Верди и Пуччини. Для туберкулеза характерны следующие симптомы. Кашель на протяжении 2-3 недель, боль в груди, значительное похудение, потеря веса, наличие крови в мокроте, потливость по ночам, периодическое повышение температуры, общее недомогание и слабость. Первичные симптомы туберкулеза похожи и на ряд других заболеваний. Туберкулез может долгое время приниматься за другую болезнь, поэтому необходимо регулярно проходить обследование на туберкулез. Туберкулезом болели и умерли от него Белинский, Добролюбов, Чехов, Шопен и многие другие известные люди. Как обнаружить туберкулез? Чаще всего для выявления туберкулеза легких применяется флюорография. Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в поликлинике по месту жительства. Рекомендуется ежегодно проходить это обследование. Диагноз туберкулеза могут подтвердить исследования мокроты как самый прямой и быстрый способ диагностики туберкулеза, а также анализы мочи, кала на туберкулезные палочки. Для своевременного выявления инфицирования туберкулеза всем детям и подросткам в России ежегодно проводится туберкулиновая проба МАНТУ. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачам, участковому терапевту и специалисту-фтизиатру. 24 марта 1882 года родилась фтизиатрия, наука о туберкулезе. Немецкий ученый Роберт Кох открыл микобактерию, возбудителя туберкулеза, которую прозвали палочкой Коха, за что получил Нобелевскую премию. Через 13 лет после открытия палочки Коха Вильгельм Рентген открыл лучи, способные диагностировать туберкулез. Туберкулез излечим, если обнаружен вовремя. Практически все пациенты с впервые выявленным туберкулезом могут быть излечены. Человек, больной туберкулезом легких, является источником инфекции, пока не начнет интенсивное лечение. Через 2-3 месяца после начала лечения опасность инфицирования окружающих снижается при условии, что человек принимает контролируемо назначенное лекарство и выполняет предписание врача. При этом важно продолжать курс лечения непрерывно и довести его до конца. Для качественного излечения одних противотуберкулезных лекарств недостаточно. При отсутствии своевременного лечения каждый второй больной умирает от активного туберкулеза в течение 1-2 лет. Еще 2 века назад туберкулез считался фактически неизлечимым.
Как уберечься от заболевания? Снизить риск заболевания туберкулезом ребенка можно с помощью вакцинации БЦЖ, которая проводится бесплатно всем детям в роддоме с 3 суток жизни. Повторные прививки проводятся в 7 лет и 14 лет. Чтобы не заболеть туберкулезом, человеку необходим крепкий иммунитет. Иммунитет может снижаться под воздействием таких факторов, как курение, алкоголизм, употребление наркотиков, постоянные или чрезмерные стрессы, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни. Также повышают риск хронические заболевания. Все просто. Для крепкого здоровья нужна здоровая нервная система. Поэтому избегайте лишних стрессов. Пища обязательно должна содержать достаточное количество белков. Важным условием для крепкого здоровья является ежедневная нормальная физическая нагрузка. Пыльные непроветриваемые помещения благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания необходимо проветривать комнаты, где вы работаете и отдыхаете. Твое здоровье в твоих руках. Просветись!